Всем привет! Добро пожаловать на канал Кухня на любой вкус. Подписывайтесь на новые интересные рецепты, предлагая вашему вниманию заливной пирог с грибами. Для его приготовления вам понадобится 2 средних морковки, натертых на крупной терке, и 1-2 луковицы, нарезанные полукольцами. Добавляем в сковороду немного воды и немного растительного масла. Нарезаем крупными кусочками 800 грамм или 1 килограмм грибов. Отправляем их в сковороду, добавляем щепотку соли и оставляем тушиться, пока мы будем готовить тесто. В глубокой посуде разбиваем 2 яйца. Добавляем половинку чайной ложки соли и 1 чайную ложку сахара. Хорошо взбиваем, можно взбить миксером. Добавляем 3 столовые ложки майонеза и 3 столовые ложки сметаны. Затем добавить 1 чайную ложку соды. Две столовые ложки растительного масла. И 150-200 грамм просеянной муки. Тесто должно быть как густая сметана или немного гуще. На противень положить пергаментную бумагу и смазать ее и бортики в форме растительным маслом. Выкладываем половину теста и распределяем его по всей поверхности. Затем кладем начинку и снова тесто. У меня форма большая, 35 на 20, поэтому пирог получается тонким. Если вы хотите высокий пирог, берите форму среднего размера. Ставим разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут. Всем приятного аппетита! Подписывайтесь на канал Кухня на любой вкус, ставьте лайки, пишите комментарии и до новых встреч!